Здравствуйте, дорогой зритель. Михаил, канал «Картавый блогер» и «Неведомая хрень» от Xiaomi. Немного, да, вам это объяснило? Мне на самом деле тоже, поэтому придется открыть, посмотреть поближе, что же это все-таки такое. Блин, тебя собирать надо. Да что же это такое-то? Да с чем же его едят-то? Ёшкин кот. За что вам деньги платятся, да? То есть вопрос такой. Почему оно до сих пор не собрано? Ага, значит, берем белый, берем серый. Ну, давай попробуем. И что там с тобой сделать-то надо? Вот так. Вот так. Или нет? Нет, вот так и вот так. Да, точно. Вставляем тебя. Берем палочку. Вставляем палочку сверху. Еще одну палочку тоже вставляем сверху. И что это? Делаем дважды, да? Видите? Уже сделал какую-то ошибку я. Вынимаем палочку. Смотрим на тебя повнимательней. И вставляем тебя вот так. Вставляем обратно палочку. Вам видно, а то я что-то как-то так загляделся на это чудо-юдо. Рыбы-кит. Так, раз. Так. Два. Да, все. Вроде как правильно. Прям немножко интересно, что из этого получится. Что же за кубик такой будет? Раз. Нет бы четки какие-нибудь там, да, заказать. Заказываю какую-то ерунду. Так, теперь мы берем. Называется поверни как надо. Как надо. Вот так, да? Нет, вот так. Да, вот так, видите? Серенькую. И как беленькая должна выглядеть. Что-то я как-то ее неправильно, по-моему, поворачиваю. Сейчас попробуем разобраться. Так, вот это точно вот так, правильно, да? Да, вот это вот точно вот так. А здесь у нас она как-то не хочет. А почему ты тут так не хочешь? Сейчас придумаем. Да. Раз. Блин, у меня что-то получается. Пока не знаю, что. Так, сделали. Теперь берем опять серенькую. Берем беленькую.
Так, хорошо, это у нас получилось. Далее мы берем АБА. Ну, хорошо. Вот так вот ставим. А здесь серенький почему-то не сходится. Может, потому что вот это надо поставить. Блин, это что ж такое-то? О, вот так вот ставим раз, вот так вот ставим два. Вот так вот ставим три и вот так вот ставим четыре. Вроде правильно поставили. Давайте посмотрим, что нам надо делать дальше. Пока ничего нового. Не, поворачивать тебя не в ту сторону нельзя. Потом замучусь понимать, как ты была. Вот уже вопрос. Вот с этим. Да, вот так вот это дело было. Так, вот это дело было. Почти закончилось. Что-то вспомнились мне, вот знаете, вот журнал «Диагостини», ты там купи, короче, у тебя будет какая-то хрень, следующий журнал еще хрень, и в итоге ты что-то соберешь. Вот, вот эта ерунда, наверное, для того, чтобы выталкивать их отсюда. А в итоге... Блин. В итоге получается. Получается то, что во все стороны крутится и вертится. И вроде как должен успокаивать. Наверное. Ну, либо как минимум заморачивать тебя чем-то. По мне лучше бы там чуточки покрутить, но, в принципе... Такой кубик тоже, по-моему, вполне неплохая прибудка. При этом стоит довольно дорого, ибо это Xiaomi. Но в целом, почему нет? Блин. Прикольная безделушка, не знаю. Если вам надо, ссылки в описании есть. Заходите, смотрите, заказывайте. Я пойду покручу, поверчу. С вами попрощаюсь. Всем всего. До скорых встреч.
Увидимся.